Любовь Успенская, чья популярность резко выросла на волне недавнего скандала, разразившегося в ее семье, оказывается, сумела скрыть диагноз, поставленный ей врачом-психиатром в Испании. 30-летняя дочь Успенской Татьяна Плаксина выдала очередную порцию откровений о своей звездной матери. Оказывается, Любовь Успенская давно подавляла свою дочь, пытаясь ее всячески унизить. Об этом Плаксина рассказала одному из российских изданий. Звездная мать, сколько дочь ее помнит, была подвержена резким перепадам настроения. То она называла Таню своей самой любимой принцессой, то через несколько минут могла заявить ей, что она никто и ничто. Любовь Успенская повезла свою дочь в психиатрическую клинику в Испанию. Там доктора тщательно обследовали девушку, выслушали ее маму и вынесли неожиданный вердикт. «Ваша дочь здорова, а помощь нужна вам», сообщил Успенская испанский врач. Мать переводила Татьяну из одной психиатрической клиники в другую, и в каждой был более строгий режим содержания, чем в предыдущей. Девушку закололи в клиниках до такой степени, что она и в самом деле стала напоминать умалишенную. Так Успенская пыталась полностью сломить дочь и подчинить ее своей воле, говорит Плаксина. «Я была как овощ», сознается Татьяна. Сейчас Татьяна Плаксина находится в США у отца, к которому она сбежала после нашумевшей истории с матерью. Тем временем ее мать, 66-летняя Любовь Успенская, вполне успешно гастролирует по Дальнему Востоку.